вот уже 5 штук поймали. В принципе, он средний, крупного нету, мелкого много. Самому среднего. Так, одна лунка, один ротан. В принципе, вообще не очень хорошо что-то. Так что сейчас трофей ввалился вон какой. Если смотреть его на руку, вот. Вообще руку не помещается, он как раз дул свои перья. О, красавец. Первый раз плохо зацепил, сорвался лунки. А второй раз прям вообще хорошо так взял. И следом за ним второй. На стоячку, на стуле. Так что сегодня трофейчик у меня есть. Время 3 час уже. Минут 5, наверное, 10. Клево стало еще хуже. Единственный один трофейчик. Крупного одного поймал. А так в итоге где-то 2 кг ротанчиков разных. В основном средних, крупных нет, только один. Пойдут на котлет на вкусные. А так народ потихоньку сматывается. Солнце садится. А рыба все хуже и хуже клюет. Практически никак. Солнце уже низко. А так день сегодня отличный, рыбалка в принципе удалась. Сезон я сегодня открыл. Так что всем удачи. Так, всех приветствую. Неделю спустя на том же озере, на том же месте. Народу пока мало, может, сегодня и не будет столько. Мои снаряды, коллеги, поставушки я кое-где уже поставил. Вон трубки стоят. Сейчас будем облавливать. Удочку и прячь пистолушки. Дальше думать, что тут будет. Вообще вон все изборено, живого места нету. Ловим мы также на его мясо, насаживаем. Так, время 15:10. Вот то, что поймал, клюет очень плохо. Пробегал все лунки, он не к мужикам ходил. Там пролазил на глубине. Вернулся обратно к себе в корежник. Клюет, но плоховато. Посмотрим сейчас. Как он подходит. Нет. Маленький.
Смотрим руку. Может, вам видно? Подошел, схватил и вытащил. Да, тот же самый. Иди обратно. Он как плавает, он стоит. Не боится. Ориентацию потерял. Ушел. Таких маленьких мы брать точно не будем. Что с ним делать? Сейчас по лункам пробежимся, будем новые бортиры выпускать. А пока вот так вот. Сегодня обещали, снег будет, давление, значит, атмосферное падает. Все, поэтому на такой вялый нормально не берет. Ладно, попробуем. Думаю, вам видно в тени, как играет приманка. Живые, конечно. Моими глазами-то еще лучше видно. Продолжаем рыбалку. Времени уж много. Одна лунка, одна рыба. Или ну, в среднем идет так. А так уж она мелочь. Жуки вон крупного одного еще поймали. У меня пока одна мелочь. Поклевка. Ушел. Ушел. Стоит. Ушел. О, наконец поймал. Наверное, он и был. Сейчас одной рукой надо как-то еще снять, умудриться. Мань, дальше пойдет. Так, дальше пробуем. Может, еще один стоит тут. Пробурил. О, еще один. Сам слетел. Пробурил вон в тех кустах несколько лунок. Сейчас вот сейчас за водинки пойдем. Там очень интересное перспективное место, мне кажется. Надо попробовать. Сейчас сначала здесь половим. Пошел небольшой град. Хотя обещали, что не снег. Снова включение. Погода очень поменялась. Пошел сильный ветер. Несет снег. Рыбу клюет плохо. 10 лунок прибежишь, одну поймаешь. И у всех так. Чем похвастаться особо нечем. Ловится, конечно, но очень плохо. Наверняка еще микрофон задувает. Я же спрятался. Но все равно. Клюет так себе. На море лунок целую кучу вдоль берега. Сейчас буду бегать ловить. Пока снимать особо ничего. Ходил туда в траву, тоже ничего нет. У нас пока прекратилось все.
я решил чай попить, перекусить с лепешкой. Обеду лунки, все, но льет, но очень плохо. Поймал. Сколько же смотрел? Грамм 2. Мы также продолжаем ловить, ловит все хуже. Поймал еще, наверное, десяток небольших, маленьких, крупного так и не было. Так что даже лов показывать стыдно. Еще народ привалил, с Камы и с Меши. То, что народ стало много, машин уже, наверное, 10 есть. Но пока все, наверное, прощаюсь с вами. Будет что-то интересное, засниму. Вот, маленький. Мы отпустим.